И в первую очередь люди. Я хочу представить вам людей, которые по-прежнему остаются россиянами. Василий Мандрей, бас-гитара, скрипка. Олег Азаров, клавишник. Евгений Павлов. Долго готовились к этому событию, понимаете, репетировали. О, пошло! Алексей Соколов! Без воды не мог представить замечательного барабанщика. Хочу также представить барабанщика Валерия Морозова. Георгий Соловьев, бас! И еще известный бас-гитарист петербургских групп. Алексей Давыдчин, господа. Первый вокалист, выпадник ним. Замечательный голос. Если там говорят, а Георгий Соловьев. Дальше можно ничего не говорить. Катя, представитель не нуждается, хочу сказать, что все люди, я никого не забыл, да, а Александр Каланчук, всегда, в прошлом году, в другом золотое время, и всех нас объединяет не только символ и знамя россияне, но и участие в записи песни «На заре», которая вот сейчас прозвучала в таком импровизированном варианте. Все представленные люди, участники вот этой замечательной песни, последней песни Жора Ардановского. Ну и, знаете, как говорят, вот, кто будет последними, будут первыми. Вот сегодня первая, последняя песня Жора Ардановского прозвучала первой. Для вас не без приключений. А первый для вас Юра Рулев. Самый хороший друг, человек, который все это делает. Спасибо. Спасибо всем. Как у нас сейчас Юра Рулев и Юпа после радикальной выставки. У нас замечательный сайт. Господа, результаты радикальной выставки переоблачаются. Сережа! Сережа!